Работы по замене тепловых сетей в городе ведутся согласно плану, а населению города горячая вода подается поэтапно. Об этом сообщил заместитель акима города Кайрат Исмаил на очередной сессии городского маслихата. На 19-й сессии маслихата было рассмотрено несколько вопросов. В его числе были обсуждены порядок уплаты налогов компаниями, работающими в Жамбылской области. А заместитель акима города сообщил, что ремонт трубопроводов в Таразе завершится 1 октября. По словам заместителя акима, по указанному сроку в городе начнется отопительный сезон. Учреждения должны подготовить паспорта. Срок до 1 октября текущего года. Сейчас проводятся работы по проверке и приему.